Еще недавно хорошее и качественное водоснабжение для жильцов микрорайона «Кемпинг» по улице Каспийской было пределом мечтаний. В нескольких многоквартирных домах по указанному адресу отсутствовал достаточный напор воды, что доставляло людям множество хлопот и неудобств. Как отмечают сами жители, вода практически не доходила до 7-го этажа. На помощь пришла управляющая компания «Каспий Комфорт», которая, заручившись поддержкой Госжилинспекции Республики Дагестан и администрации города, а также помощью собственников прилегающих домов, разрешила ситуацию. Ровно год назад мы приступили к работе. Нас пригласил застройщик начать работу по обслуживанию этих домов. Спустя пару недель мы столкнулись с жалобами, обращениями жильцов в жилинспекцию. Пришлось нам переговорить с главным жилищным инспектором Сергеем Владимировичем Касьяновым. Он нас правильно понял, разобрался с ситуацией. Мы дали слово, что всячески постараемся решить этот вопрос. Он нам поверил. И, в общем, мы приезжали сюда, и Мурат Нухкадиев, и с администрацией еще люди. И мы пытались обговорить этот момент. В общем, пришли к пониманию, к тому, что мы будем завершать. И подключили активистов этих домов, они внесли огромный вклад в это все, и мы собрали и деньги нужные, и, в общем, администрация пошла в некотором случае навстречу. И вот мы уже сегодня запустили воду, и теперь у 840 квартир будет постоянное водоснабжение. Администрации Каспийска совместно с управляющей компанией и представителями Госжилинспекции был разработан план действий по строительству насосной станции и резервуара, способствующих бесперебойной подаче воды в дома горожан. О проделанной работе сообщил начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Мурат Нухкадиев. В данный момент мы находимся в микрорайоне «Кемпинг» по улице Каспийская, где сегодня провели открытие насосной станции и резервуара на 300 кубов, которые были построены управляющей компанией «Каспий Комфорт» совместно с собственниками жилья на квартирных домах. На сегодняшний день были проведены работы по устройству резервуара на 300 кубов и установке насосов в количестве 3 штук насосной станции. Жильцы, в свою очередь, искренне радуются долгожданному разрешению ситуации. Они поделились этим событием и с нашей съемочной группой. Значит, я проживаю в одном из этих домов, вот здесь на 7-м этаже. Чуть менее 2 лет живу, у нас проблема была с водой. Особенно в летний период эта проблема актуальна. И вот, значит, с нашей управляющей компанией, Олег Иши, Гриша, это руководители нашей управляющей компании, они проделали огромную работу, значит, подключили жильцов, мы были там активистами, и вот у нас запустили насосную станцию. Сейчас уже у нас вода есть, и я уверен, что в дальнейшем проблем не будет. И, конечно, мы очень благодарны ребятам, которые на самом деле проделали огромную работу в этом направлении. И у нас есть вода, и все, нам уже этого достаточно.